В Тверской области зимой участились случаи пожаров, в том числе и в домах многодетных семей. Так, в выходные в Брусилове произошло возгорание в квартире, где жила семья с тремя детьми. Видео с места происшествия нашей редакции передали очевидцы. О причинах пожара узнала наша съемочная группа. Подробности далее. 26 января вечером в многоквартирном доме «Планета» в микрорайоне Брусилова загорелась квартира на первом этаже. Пожар вспыхнул за считанные минуты. Вот кадры с места происшествия. Совсем недавно человек проходил мимо, вообще не было никого и ничего. Никаких намеков на пожар. А сейчас уже полно пожарных расчетов и народу очень много. В этой квартире проживала многодетная семья. По данным МЧС, в момент пожара в квартире находилось два взрослых и два ребенка. Третий находился у бабушки. Спецтехника приехала быстро. Несколько пожарных расчетов. Но подъехать к окну для тушения оперативно не получилось. В связи с тем, что подъездной путь не был очищен от снега, а припаркованные вдоль него автомобили закрывали проезд. И жильцы микрорайона на руках переносили эти автомобили, освобождая путь для спецтехники. Очевидец происходящего вывел членов этой семьи на улицу. По данным пресс-службы МЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем повреждена кухня площадью 5 квадратных метров. Предварительная причина – поджог. Ущерб устанавливается. Квартира была оборудована автономными дымовыми пожарными извещателями. Сосед, услышав сигнал извещателя, спас людей из квартиры. Локализация состоялась в 21:47, ликвидация открытого горения в 21:48, полная ликвидация в 21:49. Пострадало двое взрослых – мужчина, хозяин квартиры, и мужчина-очевидец. С детьми все в порядке. Отметим, что с начала 2024 года уже зарегистрированы случаи срабатывания автономных дымовых пожарных извещателей в Лесном муниципальном округе и Осташковском городском округе, которые помогли спасти 10 человек, в том числе 5 детей.